Проект рассчитан на 6 лет. За эти 6 лет предстоит сделать очень большой объем работы. Самое важное, что этот проект существует не сам по себе. Это часть комплексного проекта реконструкции и качественного изменения среды проживания во всей территории нашей страны. Все эти проекты стартуют в 2017 году. Конечно, одновременно на все города возможности не хватит, но финансирование получат те территории, которые первыми выдвинут свои предложения. Поэтому сегодня на самом деле важно думать уже о следующем 2018 году, потому что проект бюджета уже начнет формироваться летом этого года. И важно, чтобы наиболее заинтересованные в реализации этого проекта города и районы давали свои предложения. Это может быть либо по линии «Единой России», либо по линии Министерства жилищно-коммунального хозяйства. И тут очень важно, чтобы жители конкретного города настаивали в отношении своей администрации об инициативе. Нужно отремонтировать этот парк, реконструировать, либо высадить новый, потому что эта программа, она позволяет делать самые разные вещи. Реконструировать то, что было раньше, добавлять туда насаждения и вообще создавать абсолютно новые парковые зоны, парковые пространства, создавать новую городскую среду. Вот именно в этом смысл партийного проекта.